Всем привет, с вами Дольфи, и сегодня я буду проходить новогодние уровни, чтобы хоть у кого-то появилось новогоднее настроение. Начнем мы проходить Zen Baitaman, но так как музыка заблокирована, я ее поменяю. Погнали! Прикольная тут музыка, конечно. Так, я не... я понял. Ну вот такой вот уровень от Тамана. Еще в 2.0 сделан. 2 года назад, по-моему. Погнали проходить следующий уровень. Один снежный день от Плюс Лима. Погнали играть в него. Он как раз подходит под новогоднюю тематику. Это арт-уровень, поэтому любуйтесь. Ладно. Вот теперь я в каком-то здании. Очень прикольно сделано. Ну, по моему мнению. Что? Ну, думаю, вы поняли, я не буду допроходить. Там уже нет смысла, как мне кажется. Поэтому приступаем к следующему уровню. Ну что же, давайте пройдем челлендж от Андромеды. Почему нет? Который сделан еще в 2015 году к Рождеству. Да блин. ГГ. Вот такой вот... Я забыл, что надо в конце прыгнуть. Ха-ха, я лох. Я думал, я прошел челлендж. ГГ. Вот теперь точно. GG. О, прикольная музыка.
Кстати, к тому же за этот Xmas Challenge, новогодний, или так сказать, рождественский челлендж, звезды дали, его рейтнули, прикиньте, в 2015 году. Челлендж рейтнули. Пройдем-ка Wintertide от Skaten'а. Окей, это тоже новогодний уровень. Точнее, на новогоднюю тематику. Я, кстати, не уверен, что это на новогоднюю тематику, но думаю, подойдет. В конце концов, название Wintertide. Зимний Тайд, не знаю, как переводится, но погнали следующий. Xmas Adventure от Suomi. Ну что ж, погнали. Этот уровень сделан в 1.9, он, конечно, такой себе. Корявенький, конечно, но... Почему бы не пройти? Так, повторение одного и того же парта уже второй раз пошел. Thank you. Окей, прошел я первую часть, значит пройду и вторую часть Xmas Adventure. Вот она, вторая часть. Ну что ж, погнали. Она уже более новогодняя, потому что сделана в 2.0. И больше возможностей, наверное. Ну и умения креатора немного увеличились. Прикольно. Вот Санта летит на оленях. Круто. Ой, зачем я нажал? Та-та-та-та-та. Мне нравится вот этот парт, потому что тут такие блоки снежные. Баники. Тут даже босс-файт есть. Прикол, да? И тут фейерверки в конце, очень прикольно. Happy New Year!
Happy New Year 2016. Пандору от пинутых. Вот добрались мы до нового уровня новогоднего, который сделан вот только что недавно. ГГ. Тыщ. Пандора. Как мне кажется, самый лучший новогодний уровень из нашей серии. Ну и последний уровень, мистикл от Скитена. Погнали. Как и прошлый, это не совсем новогодний уровень, но имеет место быть в этой серии уровней. Итак, ну что же, всем спасибо за просмотр. Всех с наступающим Новым годом. Вот он уже будет совсем скоро. У кого-то, может, он уже настал. Ну что же, всех поздравляю, всем желаю удачи и пока!